сравниться с великолепным хирургом, предводителем госпитальеров. Гарнье де Наплузу нет равных. Что это с ним приключилось? Гарнье слышит ваши мольбы и жалобы. Вы говорите, что народ ему безразличен? Это не так! Неправда! Один этот одаренный человек сможет помочь... Тебе не следует стоять здесь, уходи! Я нищенка, господин, мне нужны деньги! Жители Акры, внимайте! Гарнье де Наплуз хороший человек! Он желает лишь добра! Он не изменит данной им клятве служить... Что он делает? ...и защищать! Что за дура? Никто не сравнится с великолепным хирургом, предводителем госпитальеров. Гарнье де Наплузу нет равных. Гарнье слышит ваши мольбы и жалобы. Вы говорите, что народ ему безразличен? Это не так! Неправда! Один этот одаренный человек, он, наверное, тронулся головой, сможет помочь многим! Жители Акры, внимайте! Гарнье де Тебе здесь делать нечего, уходи! Человек. Он желает лишь добра! Он не изменит... Что тут происходит? Жители Акры, внимайте! Гарнье де Наплуз хороший человек! Он желает лишь добра! Он не изменит данной им клятве служить и защищать! Скоро, друзья мои, скоро добрый лекарь займется вами! Мне нужны Будьте деньги. Терпеливы! Не упускайте надежды! Он один, а нуждающихся так много! Он работает, не покладая рук, и это занимает немало времени. Подайте пару монет. Смилуйся, смилуйся. Нет, не убивай меня. Я сделаю все, что ты хочешь. Ты служишь Гарнье? Он заставляет меня делать это. Чтобы люди не бунтовали. Чтобы верили в него и желали его помощи. Скажи мне все, что ты о нем знаешь. Да, конечно. Я знаю, что там внутри. Что он на самом деле делает? Продолжай. Больными и ранеными они не входят.
Они ими становятся в его руках, только когда начинается боль. Он не врач. Он дикий больной человек. Я не знаю, что он там делает, но они так кричат. Это надо прекратить, пока он не погубил еще больше людей. Ты остановишь его? Поэтому ты еще жив. Он осторожен. Нужно выбрать подходящий момент. Когда он занимается пациентами, то не замечает ничего вокруг. Забывается в работе. Вот тогда и атакуй. Благодарю за информацию. Ты отпустишь меня? Если б я мог. То есть у нас под боком ходит убийца? Это ужасно. Убийца! Не дайте ему уйти! Кому-то... Думаешь, сможешь меня одолеть? Зачем он это делает? Ты смеешь красть у меня на глазах, как свои пятки поплавишь и скрыться! Зачем такая жестокость? Что я делаю? Наконец! Отвяжитесь хорошему! Просто случайно! Мне повезло! Вот и сейчас убьет! Я выпущу тебе кишки! Убийца! Я не уйду, что ты сделал! Ты не уйдешь! Стража! Сюда! Кто это сделал? Покажись! Что? О, боже. Кто это сделал? Кто это? Кто это сделал? Кто это сделал? Покажись! Пожалуйста, отпусти! Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Эй, сделайте же что-нибудь! Останови! Да умрёшь здесь! Ты умрёшь здесь и сейчас! Глупец! Ты не понимаешь, что уже проиграл? Должен убивать людей. Стража! Спасибо, спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. О, боже, как такое могло случиться? У него действительно есть повод так себя вести. Убирайся, чернь!
тебе запрещено здесь находиться. Он должен прекратить это ребячество. Не могу поверить, что он ушел! Что он делает? Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Ни шагу дальше. Сейчас, секунду. Я уверен, что если он расшибется, это будет забавно. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Ты чуть не убил меня, идиот. Вор, теперь тебе точно отрубят руки! Прекрати, ты делаешь мне больно! Грязный вор, теперь тебе точно отрубят руки! Умри, сейчас тебе не уйти! Стража, остановите его! Ты еще не должен думать перед тем, как лезть в драку! Язычник, ты умрешь здесь и сейчас! Думаю, я должна поблагодарить тебя, хотя, конечно, и сама бы с ними справилась, но все равно спасибо тебе. Я отплачу за добро. Кто мог совершить такое? Ужасно. О боже, что здесь произошло? Что это? Ну что еще? Ты что-то хочешь сказать? Слушайте все. Тебе что-то нужно? Кто мог совершить такое? Кто я это буду делал? С тобой до конца. Я помогу, чем сумею. Господи, помилуй. Интересно, что здесь произошло? Да, интересно, что здесь произошло? Тебе не следует находиться. Уходи.
Убирайся, чернь. Дьявол, где ты? Я знаю, что ты где-то здесь. Тебе здесь делать нечего, уходи. Ты умрешь здесь и сейчас. Ты от меня не уйдешь. Ну что у тебя? Хлам. У него не было ни монеты, только какой-то идиотский тубус. Я нашел только этот кусок бумаги с каракулями. Это не каракули, а слова и буквы. Зачем носить слова и буквы в тубусе? По мне, так это глупость. Может, что-то важное? Дай-ка взглянуть. Как в прошлый раз, да? Я не дам тебе его украсть. Какой же ты дурак. Ну, удачи тебе с ним. Сейчас убьет. Это будет вовсе не сложно. Это будет совсем не сложно. Зачем такая жестокость? Прочь, попрошайка. Что я сделала? Ты сделала? Что ты делала? Иди прочь. Странно, ты мой. Я раньше не видел ничего подобного. Вернись сюда. Пустая трата времени. Смеешь красть у меня на глазах? На помощь, за это ты поплатишься помогите. Жизнью! Только я выпущу тебе кишки, заплатишь на все! Ты скоро умрешь! Минуты, да тебе до меня как до звезд! Это просто вообще! Мне повезло! Ты убил его, я... О, боже! Давайте по-хорошему! Это будет совсем не сложно! Думаю, я должна поблагодарить тебя. Хотя, конечно, и сама бы с ними справилась. Но все равно спасибо тебе. Дьявол, я плачу за добро. Я знаю, что ты где-то здесь. Господи Иисусе! Убийца! Я стеку тебе голову! Думаешь, можешь убежать от меня? Ты выбрал не ту сторону. Давайте, не дайте ему уйти! Не дайте им пройти! Ты не дайте ему оторваться от всем конец!
Эй, нужно больше так не делать. Нет, ты что-то хочешь сказать? Я тебя догоню! Куда это он так? Пошел! Знаешь, можно бы и поставить прочь дороги! Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Как можно быть таким невнимательным? Я его вижу! Тебе не убежать! Ты думаешь, за ним кто-то гонится? Пошел! Что? Что тебе нужно? Тебе запрещено здесь находиться. Иди ко мне! Вон он! Что? Что тебе нужно? Его не найти! Что, больно? На помощь, помогите! Кто-нибудь! А это и правда забава! Твое присутствие! Сейчас ты умрешь! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Где этот проклятый язычник, который сделал? Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого не забуду. Убийца на свободе. Кто это сделал? Кто мог... Черт! Где этот проклятый язычник, который сделал это? Очень странный тип. Зачем ему? Его пару черт, что он делает? Что он делает? Вот он! Какой странный человек. Получай. Уходи, черни, нет, пока тебя не выгнали силы. Уходите, подайте пару монет. Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Кто-нибудь, на помощь! Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Эй, отойди! Сделайте же что-нибудь! Этот человек, только этот попробуй! Язык! Ты умрешь здесь и сейчас! Ха!
они не говорили, что им нужно. Но я видела тьму у них в глазах. Извини, мне нечего предложить тебе взамен. Но я расскажу своим братьям, что ты наш друг. Ой, только не опять. Будьте сильными. Будьте упорными. Не сдавайтесь. Ой, без нет. вашей помощи это ужасно. Королю Ричарду не освободить святую. Покинь это место. Зачем такая жестокость? Что я сделала? Умри, вор! Кто-нибудь, на помощь! Грязный вор, теперь тебе точно отрубят руки! Красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Похоже, он куда-то очень спешит. Кто-нибудь на помощь! Убирайся, черт! Я убью тебя! Для это будет вовсе не сложно. Слава богу! Ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! О, боже! Как такое могло случиться? Это не добрый знак. Сюда! Здесь убийца! Смерть ему! Ты мой! Трус! Трусы! Вы все умрете! Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Я убью! Альтаир, какая встреча! Помнишь меня? Нет? Мы в одно время обучались нашему ремеслу. Все еще никак не вспомнишь? Ну да ладно. Аль-Муалим поручил мне задание, выполнить которое будет честью для меня. Я устрою тебе испытание. Здесь повсюду спрятаны флаги, найди их и вернись ко мне. И поторопись. Даже думать не хочу о том, что старик велел помочь тебе, если ты совсем справишься. Нет, умоляю, не уходите, подайте пару монет. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Его нужно остановить, пока он не расшибся. А чё? Может, этому безумию есть объяснение? Ха!
У него действительно есть повод так себя вести. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Он может прекратить это ребячество. Зачем он это делает? Для чего он это делает? У него действительно есть повод так себя вести. Ах ты вор! Это отучит тебя крать! Это больно! Он, наверное, тронулся головой. Что с ним случилось? Вы не понимаете, я... Ты вернулся. Впечатляет. Не то чтобы я изменила тебе свое мнение, но слово Аль-Муалима — закон. Вот твое следующее задание. Гарнье скрывается в крепости госпитальеров. Пробраться туда непросто. Потребуется смекалка. Приступай. Пожалуйста, господин, подайте. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Я хочу есть. Я так должна. Подайте. Что он делает? Ты мог покалечить меня. Это отучит тебя красть. Помощь, кто-нибудь, помогите. Грязный вор, теперь тебе точно отрубят руки. Я ничего не сделала. Верни сюда. Нет, ты не понимаешь, что ты не должен отнять. Puissent le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Il va me le payer cher. Il va trancher les mains. Je vais les souper. Puissent le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Les flammes de l'enfer vont te dévorer. Tu es dans un obérateur, gay. Tu vas me le payer cher. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Tu me fais perdre mon temps. Tu veux mourir, Yehuiti. Стража! Ma colère sera terrible. Je vais détruire cet impur. Les flammes de l'enfer vont te dévorer. C'est une dangereuse opération. Allez, sous-là. Остановите его, пока не поздно. Медленно. Ладно, ладно. В следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драку. Стража! Стража! Стража, на помощь!
ты вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязан... Что это было? Да! Хорошо. Победы! Господа, делайте, что можете. Нет. Сарацины разбиты. Мы выбили их из Акры и оттеснили от ее пригородов. Теперь они отступают на юг, умоляя Саладина спасти их. Но он не сделает этого, ибо никому не устоять перед мощью армии короля. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Он, наверное, накопил пару монет. Он только думает. Будьте сильными, будьте упорными, не сдавайтесь. Как хорошо, что ты пришел, брат. Мне пригодился бы твой клинок. Тут в последнее время стало слишком много лучников, они мне мешают. Убей их. Всех до единого, и я смогу помочь тебе в деле с этим безумным доктором. Напомни, тебя не должны заметить, иначе они поднимут тревогу и придется скрыться, а затем начинать все сначала. Делайте, что можете. Не бойтесь, страх и сомнения, чума допадет на Саладина и на народ его. Мы с миром пришли в святую землю, дабы распространить благую весть Господа нашего. Но они отвернулись, отказались принять Сына Божьего, как своего Спасителя. Зло таится в сердцах их. Так пусть же Ричард защитит нас, заручившись Божьей поддержкой. Сарацины разбиты. Мы выбили их из Акры и оттеснили от ее пригородов. Теперь они отступают на юг, умоляя Саладина спасти их. Но он не сделает этого, ибо никому не устоять перед мощью армии короля Ричарда. Бог одарил его своей милостью. Пройдет немного времени, друзья, и эта земля станет нашей, как и должна быть. Не бойтесь. Страх и сомнения — вот оружие наших врагов. Не слушайте их ложь. Ядовитые слова сходят ростками смущения. Если вас искушают, вступайте и помолитесь. Не понимаю, чего он хочет добиться. Мы выбили их из Акры и оттеснили от нее... Прекрасная работа, Альтаир. Теперь, когда лучники убиты, я смогу заняться своим делом. Вот, держи. Это заказ на работы в госпитале Гарнье. Возможно, ты найдешь ему применение. Ибо никому не устоять перед мощью армии короля. Возделывайте поля, помогайте раненым, молитесь за тех, кто сражается во имя Господа. Делайте, что можете. Убирайся, чернь.
Будьте сильными, горожане. Оставайтесь крепкими в вере. Дорога длинна, и вас ждет немало испытаний. Но Бог видит вас и ведет к победе. К нашим стенам, но Бог милосерден. И может простить наши грехи. Нам лишь нужно попросить Его об этом. И я говорю вам, покайтесь, падите ниц и исповедуйтесь в грехах. Он простит, ибо такова Его природа. Мы должны вымаливать прощение, ибо лишь если наши сердца будут чисты, мы сможем победить. Будьте сильными, горожане. Оставайтесь крепкими. Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Что с ним случилось? Но Бог это отучит тебя красть. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Умри, вор! У него действительно... Это будет совсем не сложно. Да я убью тебя с закрытыми глазами. Это будет совсем не сложно. Думаю, я должна поблагодарить тебя. Хотя, конечно, и сама бы с ними справилась. Но все равно спасибо тебе. Я отплачу за добро. Да, ну и времена настали. Господи, помилуй. То есть у нас под боком ходит убийца? Что его так напугало? От кого бежит этот глупец? Он точно кого-нибудь щебет. Он должен прекратить это ребячество. Что его так беспокоит? Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Какого черта тебе надо? Уйди от меня! Я ничего не сделала! Умри! Это с ним помогает! Ты умрешь! Мне нужна помощь! Поймаю тебя! Стража! Ты умрешь здесь и сейчас! Убийца! Здесь убийца! Спасибо. Они не говорили, что им нужно, но я видела тьму в их глазах. Извини, мне нечего предложить тебе взамен, но я расскажу своим братьям, что ты наш друг. Убийца на свободе. Для чего он это делает? Я видел этого убийцу! А, Аль-Таир. Птичка сказала мне, что ты придешь. Аль-Муалим заказал убийство Гарнье де Наплуза. Гроссмейстер рыцарей госпитальеров? Да. Я уже решил, когда и как его убить. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Он живет и работает в больнице Ордена, на северо-западе.
Говорят, что там творятся какие-то зверства. Ему нравится ставить эксперименты на людях. Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда. Не глупо. Он избегает подозрений здесь, похищая людей в другом городе. Вернемся к делу. Каков твой план? Гарнье почти не покидает свою комнату в больнице, но иногда выходит осмотреть пациентов. Во время такого обхода я и нанесу удар. Вижу, ты обдумал свой план. Я отпускаю тебя. Очисти этот город, и, может, этим ты искупишь свою вину. Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов. Перемотка на более поздний участок памяти. Оставайтесь крепкими в вере. Дорога длинна. Тебе здесь делать испытаний, но Бог видит вас и ведет к победе. Сперва в Акре, а скоро и в Яфе. Чума допадет на Саладина и на народ его. Ты это видел? Чёртов болван совсем выжил из ума. А теперь что он делает? Что он делает? У него действительно есть повод так себя бить. И вот. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Нет, помогите, помогите мне! Помогите, пожалуйста, вы должны!
Он идет. Хватит, сын мой. Я просил тебя вернуть его, а не убивать. Ну-ну, все будет хорошо. Нет. Дай мне нет. твою руку. Не трогай меня. Опять! Прогони свой страх, иначе я не смогу помочь. Помочь? Как ты помог остальным? Ты забрал их души! Я видел! Я видел! Но не мою! Нет! Мою ты не получишь! А! Возьми себя в руки! Думаешь, мне приятно, и я хочу сделать тебе больно. Но ты не оставляешь мне выбора. Подкрепляй добрые слова ударами! Все это ложь и обман! Он будет доволен только, если все склонятся перед ним! Не стоило этого говорить. Верните его в палату! Я приду, как только обойду остальных! Ты не удержишь меня здесь! Сейчас снова сбегу! Нет, не убежишь. Сломайте ему ноги, обе. Мне так жаль, сын мой. Вам что, нечем заняться? Думаю, сегодня полегчало? Чего ты хочешь? Только помочь. Нет, ты хочешь сделать мне больно. Это все, что ты умеешь делать. Сын мой, сам факт нашего с тобой разговора говорит о том, что ты выздоравливаешь. Или ты забыл, каким ты был? Я не могу вспомнить. Если он покалечится, не стану помогать. Память вернется. Тогда ты поймешь. Шевелишься, странный тип? Как мы это сделали? У меня свои способы. Ты умрешь здесь, ты теперь убежак! За тебя отвечайте его! Я должен быть наказан! Я выпущу тебе кишки! Думаешь, сможешь убежать от дороги? Крайс! Ты мой! Думаешь, сможешь меня одолеть? Не отдавать! Вот иди прочь, иди прочь! Остановите его! Он не должен сбежать! Иди туда! Ты скоро умрешь! Ассасин! Убейте его, дети мои! Тебе не убежать! Да я убью тебя! Ты от меня не уйдешь! Я должен испугаться тебя! Ассасин! Тебе преподадут урок! Он думает, что справится с нами. О, боже, я умру от смеха. Думаешь, можешь убежать от меня? Стража! Стража! Ассасин, тебе преподадут урок. Да я убью тебя с такими глазами. Слишком просто. Ладно, в следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драку. О, боже! Не умру от смеха! Ассасин! Тебе все не туда! Ассасин!
Ладно, ладно. В следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драку. Умоляю! Скинь с себя бремя. Меня ждет покой, да. Вечный сон зовет меня. Но перед тем, как закрыть глаза, что станет с моими детьми? Ты хотел сказать людьми, которым пришлось пережить твои эксперименты? Они вернутся домой. Домой? Но куда? В канализацию? Публичные дома? Тюрьмы, откуда мы их вытащили? Вытащили против их воли. Да, но у них не было никакой воли. Ты правда настолько наивен? Ты унимаешь плачущего ребенка только потому, что он ноет? Папа, я хочу поиграть с огнем! Что ты ответишь? Да, конечно. Но обожжется он по твоей вине. Это не дети. Это взрослые мужчины и женщины. Телом возможно, но не разумом. Я лечил именно разум. Заметь, без артефакта, который ты у нас украл, мои успехи шли куда медленнее. Но были травы, микстуры и вытяжки. Моя стража доказательства. Они были безумцами, пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума. И без меня они снова станут безумцами. Ты правда верил, что помогаешь им? Я не верил в это. Я это знал. Проклятый язычник, который сделал это. Дьявол, где ты? Я знаю, что ты где-то здесь. Кто убил этого человека? Он должен быть. Убийца! Остановите его! Вернись сюда! А теперь что он делает? Я знаю, что ты прячешься от меня, трус! Вот он здесь! Ты мой! Думаешь, я так легко сдамся? Сюда! Думаешь, можешь убежать от меня? Вот он, за ним! Тебе не уйти! Тебе не выйти поиграть с нами!
может прекратить это ребячество? Что нового, Альтаир? Гарнье мертв. Тогда возвращайся в Масиаф и доложи о своей победе. Я хотел спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Как ты думаешь, что ему было нужно от этих людей? Он бы продолжил на них свои эксперименты? Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не что он делал и почему, а то, что он мертв. Но, похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет. То, что я видел, не было храмом здоровья. Скорее, боли. Тогда почему мы ведем этот разговор? Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Перемотка на более поздний участок памяти. Если вы создали волнение, разумно будет покинуть этот район. Есть новости, Альтаир? Гарнье де Наплус мертв. Отлично. Впрочем, и новые результаты я и не ждал. И все же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удавалось делать из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себе других. Это и делает их вождями. Когда слов недостаточно, в ход идут деньги. Когда не помогают и они, используются угрозы, обман и прочее. Существуют растения, Альтаир, травы из далеких краев, лишающие людей разума. Наслаждение ими дарующееся так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если все было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая. Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины и удовольствия. Что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира, то они бы не боялись нас, и мы бы не справились с ними. Ступай, продолжай работу. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва. Thank you.